Друзья, послушайте новую музыкальную композицию «Экспромт» на стихи великого Евгения Евтушенко. Композиция называется «Дай Бог», музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Дай Бог слепцам глаза вернуть, и спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя распятым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть или геройство подложно, и быть богатым, но не красть. Конечно, если так возможно, дай Бог быть тертым калачом, не сожранным ничьей шайкой, не жертвой быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог. Лучше сам замкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике. Дай Бог живым узреть Христа, пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест без крестья мы несем, а как сгибаемся у Бога, чтоб не извериться во всем. Дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего-всего-всего и сразу всем, чтобы не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом мне станет стыдно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно. Спасибо.
спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Дай Бог. Стихи Евгения Евтушенко. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».